О, у нас сегодня снега навалило. Хорошо пушистый. Надо чистить. Сегодня у нас какое? 30 января. Завтра мы едем в город, в больничку, в диагностический центр. Возможно, придется остаться с ночевкой, потому что КТ назначат маме. Почистить мостики, сюда закупим баньку. Все будет отлично. Вот так вот. Так у нас тепло, хорошо, красота. Скоро лето. Палки у Олега поломаны. Я заказала вчера новые на Валберезе. Вот это, по-моему, поломанное. О, какая. Палец за 200 рублей. Я сейчас смотрю, уже 600 стоит. Блин, ветерок-то хороший. Ладно, буду я чистить. Ох.